Игрушки из можжевельника. Как вы знаете, можжевельник обладает антисептическими и бактерицидными свойствами. Вот такая вот ложечка для ребенка. Поверхность гладкая, хорошо отшлифована. Набор для развития тактильных ощущений. В него входит палочка. Круглые рифленые шарики. Игрушечки эти можно купить по отдельности. Можжевеловый ежик. Шипчики у ежика все скруглены. Он изготавливается без использования клея. Все шипчики вбиваются в шарик. Со временем дерево может немного рассохнуться, и вот эти вот шипчики могут выпасть из шарика, поэтому мы не рекомендуем для самостоятельных игр ребенком. Но для массажа он отлично подходит, то есть мамы могут делать массаж малышу, катать его по ножкам, ручкам, спинке ребенка. Вот. Палочку можно также вот сжимать в руках. Но только массаж вот палочкой и рифлеными шариками надо делать без нажима ребенку. И также можжевеловые бусы. Крепятся они на резинку. Резинка очень прочная. Его можно использовать в качестве грызунка. Шарики тоже очень гладкие. Поверхность игрушечек отшлифована и покрыта льняным маслом.